Видеоока, оно сплав. В гостях у мастера «Золотые руки» Петровича. Так, Петрович, что случилось? Что случилось, Петрович? Черная полоса пошла. Почему? Да, сплошная безнадега впереди. Никакого просвета нет. Работаешь, проекты делаешь, все куда-то под сукно ложат. В газетах пишут, вроде пытаются протолкнуть, а приходится вздыхать, да, надо. Ну, а вот и ныне там, Ну, если в трех словах конкретно, в чем у тебя... Последний проект был сделан, вот, я могу показать его, так сказать, наработки. Уже третий проект за короткое время. Вот хотелось бы украсить, так сказать, фасад музея. Здесь, да? Да. Ну и как всегда денег нет, да? Да я не знаю, чего нет. Желания или денег, или что. У нас в музее лежит камень с дыркой, все называют камень с дыркой. Это Жорнов, это наша история. Все туда, давай телевизор выключим. Все туда от незнания дела, так сказать, бросают фантики, банки пустые. Вот. И глядя на все это безобразие, вот я решил, этот самый Жорнов, как бы, так сказать, дать ему направление, так сказать, что он это Жорнов, а не просто камень с дыркой, что когда-то работала мельница, трудился мельник, вот, предложил такую мельницу, действующую причем. Ночью она как подсветка работает, то есть включается свет внутри, ну, вроде как присутствие человека. Рабочее колесо, ну, то есть как бы приблизить, так сказать, к действительности все это дело. Вот. А вот это с правой стороны. Посетители, когда приходят в наш музей, они даже слово «Дьяконов» Николай Михайлович не знают, кто такой, я уж не говорю об этом, просто не знают, как правильно произносится фамилия Дьяконов. Вот это вообще насмерть убивает. Вот предложил вот такой информационный, небольшой, так сказать, прежде чем человек попадает в наш музей, посвященный Николаю Михайловичу Дьяконову, такая краткая биография, то есть как бы самые яркие вехи его жизни. Маленький цветничок, наша выносная реклама на сегодняшний день, что у нас в музее. И вот основной щит посвящен ему. Ну вот, как-то так, то есть. Время идет, я думал, за зиму хотя бы что-то, так сказать, какие-то подвижки будут, какие-то средства появятся, чтобы по весне, когда снег растает, начать или правую, или левую сторону. Все расчеты сделаны, сделана смета, все. Вроде, казалось бы. Вышла статья. Ну, пришел очередной корреспондент обо мне. Я говорю, давайте, вот раз обо мне не будем, а будем, так сказать, о моих. И получается, что там нет? Ну, все кричат, что давайте выжу благоустраивать, давайте как-то что-то сказать. Дворы, скверы и так далее. Тут предлагаешь такую замечательную тему, именно по теме нашего музея, то есть. Сам фасад, ведь как театр начинается с вешалки, а музей начинается наш зашарпанный, вот эти ступеньки, хотелось бы как-то благоустроить, резное кольцо, все там сделать, то есть как бы, ну вот, как-то так, и вот. Поддержки нет, да? Поддержки вообще ноль, одна говорильня, то есть как бы. На уровне района или на уровне города? Мне не важно, как мне, лишь бы, так сказать. Но нужна поддержка.